Кирюха у нас Александр Родионович Бородач. Бородач? Бородач. Ну, легко он купил? Я нет. Виноват. Так, меточку поставьте. Вертолетик? Да. Вот я поставил. Сегодня Ваня Хурский. А он сделает тогда такое. Так, да, ну сейчас... вот они. Можете убивать. А у меня опять какое-то оружие говно. Я вот думаю, нам Лёшу забрать к себе или нет. А я так, на подсоте. Окей, я тогда завалю от вертолета, потому что там вертолет летит, не хочу с ним. В открытом бою. А вот вертушка, это больно. А я еще каким-то хуем застрять умудрился. Ну, тебе говорили. Пойдем с нами, мальчик, будешь нашим королем. А ты хуй. Ну чё, едем дальше, ты больше поедешь. Окей, на этих забьем. Да. Мы улетим. Я пока не буду на улицу выезжать, здесь покрутимся. Всех поучищаем. Ой, ёпты. Это я. Данька. А? Тут лежать обратно достал. Оф, стучу лан. Ну? Кирюш, от ящиков отъедь. Куда? От ящиков вперед нужно. Ага. Да. Сзади где-то там. Один вот тут. Ага, вижу. Стоять. Стоять. Умирать. Нам справа прям. Ой, слева, да, попав сюда. Ах ты ж. Ты чё, наш? Паш, ты стреляешь? Конечно. Ага. Из пистоля, что ли, опять? Правильно прет, Кир. Да сейчас. Там вертушка сверху. Под вертушку не хочу вылазить. Да дай вылезти, я ее с РПГшки ебану. Ты у нас с какой стороны сидишь? Справа, с машины. Да, вот так вот. Я прямо на вертушку, а где она? Где-то о, над заводом. С машины я стороны сижу. Над ангаром где-то. Блин, дай-ка я пролечу здесь. Передави их нас. Ой. Спасибо, блин. Дай, что ты делаешь? А что случилось? Блять, она прямо над ангаром, над въездом, блядь. Вот нет, просто... А, ракета полетела. О, блядь, нихуя, ушел от атаки. Вот и нет вертушки, все. Ваня там уж, соберите. Ой, я чё-то дохлый такой. Не дай бог, у нас жизни нет. Лёшу не придави. Сдай задом. А всё, выходим? Да. Давай, Ваня. Иди, пилот. Кто за пулемет нижний? Без разницы. Ой, куда я? Куда я? Боже, боже. Ой, я куда-то сел. Все, вы на боковых пулеметах. Ох ты. Слева вертолет. Полет с игроками. Дали наградку. А чё мы дымим? Вы мне говорите, где вертолет ниже или выше нас? Потому что...
Такое качество изображения сложно уследить. А, вижу его. Но не дотягиваюсь пока. Не, ну и не вижу его. Видишь или не видишь? Ну я уже не вижу. У меня. Теперь уже не видит. Он, у него где-то градусов на 280. Так что да. Ну, бесполезно. Надо вертолет довернуть вам. Что они ракетами потом начинают стрелять. А у нас будет один вертолет на хвосте или нет? Еще будут. Стреляй, ёпта! Где он? Ниже. Ниже. Да, хоть стреляют. Блять, ни хрена не видно. Ну ладно. А, вон он, все, блин. У тебя будет шанс. Под нами. Да на хвосте! Тут такое изображение замечательное. Всё. Где тут-то? Ёпта, их еще два. Ой, ёпта. Впереди, Кир. А, у нижнего пулемета камера своя. Ага. Серёха, спереди. Я его прям, не вижу. Прям по курсу. Должен быть. Я он не вижу. Ищи шарик, косточку получишь. Вот я стреляю туда, куда это вижу, наши снаряды летят. Прям в сторону и стреляю. Снизу. Теперь сзади. Блин, слушайте, нам что-то повредили. Очень трудно им управлять. И главное шурум. Да, сейчас да? Еще появится. Надо их сносить тоже. Садиться, нет? Разворачиваться? Че? Написано уничтожить вертолет. А, да, камера говно. Блин, выше камера, ой, выше пушка не поднимается. Понял. Делаю. И она меня, видишь, недалеко стреляет, снаряд взрывается. Так, в этого попал. Есть. Я вообще-то не сбил. Поверь. Мне зачли. Тебе, возможно, этого зачли. Человечка. Садимся. Да не стреляйте, блин, сносит за вас. Ты не угоните. Где тут? Я что-то не вижу. Ваня, вон огонек. Мимо. Красный. Я знаю, что мимо. Так, спокойно. Красный дым. Ну, отлично. Дым. Там площадка, блядь, пятачок, ёпта мать. Да. Да, но. Твою же мать, а? Нам что-то повредили нам что-то, блядь, явно. Ну, кстати, он дымился еще тогда, когда мы к нему подошли только. Значит, к нему кто-то стрелял, веселый мальчик. Лёша, наверное. Нет, не надо, не надо, на меня тут все. Так, я не... Да, ёпая! Я спокойно, я не вижу. Я... Вперёд, ебучий. Я тоже не вижу, наверное. Блять, реально, он управляется ужасно. Ладно. Тихо, дерево. Тихо, блять, Ваня. Пац, так, не надо трындеть. Могу предоставить эту почетную обязанность, блять, посадить эту хуйню, этот пятачок, блять. Не ебёт. О, боже мой.
Блять, у него вертолет какой-то, честно слово. Еще и сносит от этих... От пушек, блять, вообще охуенно.